Здравствуйте! С вами опять Косиновы Анна и Михаил. К теме продолжаем тему проверки pH и хлора. Вот сюда засовываются таблеточки для хлорирования бассейна. Это надо делать, когда фильтр отключен, потому что сейчас вот идет туда поток сильный. И таблеточки так будет сложновато закрыть. Вот он меня вытаскивает, он улетает. Ну, какая вода, сейчас надо будет принять ванну. Вот сюда кладем таблеточки, две помещается хлора. Они находятся в коробке на веранде. В таком вот. И закручиваем. Они в течение часа-двух все полностью рассасываются. Фильтр вот этот будет включаться, по крайней мере, должен включаться каждый день в 7 утра на 2 часа. Вот, сам будет включаться, там стоит режим. Сейчас поговорим про фильтр. Это фильтр песочный. Обеспечивает очистку воды в бассейне с помощью песка кварцевого, который расположен в этом резервуаре. Фильтр очень классный. Производительность 6 кубов в час. В бассейне 16 кубов, поэтому где-то 3-4 часа он прокачивает через весь бассейн. Вот кнопка, которая обеспечивает включение фильтра. В нее, видите, три позиции. Если нажать справа, включить ее, это будет просто включение. Средняя позиция, когда кнопочка расположена вот так горизонтально, выключен. А если нажать слева, то это будет включение по таймеру. Вот таймер, где изначально выставляется значение, сколько он будет работать. Допустим, вы поставили сколько там часов, пришли сюда, допустим, в 2 часа дня, включили его по таймеру. Он 2 часа отработает. И что самое интересное, должен включаться каждый день в 2 часа и отрабатывать вот эти 2 часа фильтрования. То есть это таймер... Сегодня ты включил 7 утра на 2 часа, и теперь каждый день 7 утра на 2 часа. Значит, смотрите, видите, здесь какой красивый все тут рисуночек. Тут не видно никаких воздушных пузырей. Вода сюда заходит, проходит фильтр грубой очистки, идет дальше. Здесь не должно быть никаких пузырей, не должно быть воздушных пробок. Здесь вот регулирование пробок осуществляется вот этой штучкой. Она подкручивается, тогда если пробки, она вода, лишний воздух стравливается. Вот сам фильтр. Ну, если большие пузырьки откручивать, если сильно откручивать, то тогда наоборот воздух туда сильно пойдет. Поэтому надо аккуратно этим пользоваться. Вот сам песочный фильтр. Вода сюда заходит, проходит через песок и выходит в бассейн уже очищенный. Сейчас он работает, но когда-то надо сделать будет очистку самого фильтра. Периодически, раз в неделю, как пишут, надо сделать очистку фильтра. Контролировать загрязненность фильтра можно по манометру. Вот сейчас он находится, в принципе, в зеленом секторе. Когда будет заходить в желтый сектор, это значит, что песок уже достаточно сильно загрязнен всякими фекалиями из бассейна. Поэтому надо сделать его промывку. Сейчас видео о промывке снимем отдельно.